Т-150К с культиватором КПЕ 3.8. И с баранами. После дождя почва рассыпается. Я МЗ-236. Хорошо идет с ним аппарат. Дизель, русский миллионник. Хорошо идет с дымком, но уверенно. Почти 4 метра захват. Место вспашки люди применяют. КПЕ 3.8. А вот и второй Т-150. Два советских богатыря
на обработке почвы. Отличная работа. Присоединился к двум работягам еще один трактор, вон он. Троечка теперь работают. А вот и красный. Помните, когда сено таскали, кто-то спрашивал, сними поподробнее про красный трактор. Когда сено через реку таскали. Вот он самый и есть. Тот самый красный Т-150. Хорошо работают, производительность отличная просто. Лепота. Вот кому государство должно доплачивать плюс 100% к заработной плате. Кто согласен, ставьте лайк.